лет назад в Европе появляются баскеты. Вот такие вот стриженные кусты, которые составляли целые лабиринты. Дворяне уединялись здесь для того, чтобы почитать друг другу книги, декламировать стихи, а также занимались разными шалостями в таких вот местах. В России Петр I, когда он узнал о подобных французских садах, он, конечно же, привнес их к своим резиденциям. Государь вообще любил разные развлечения, причем довольно непотребные для старой московской публики. А большим другом и сподвижником Петра в его делах был Александр Данилович Меньшиков. Он и вместе с государем воевал, вместе с ним предавался утехам и попойкам. Ну а за великие заслуги перед государем и государством российским Меньшиков получил резиденцию, которую он назвал Ораниенбаум. Когда Меньшиков начал обустраивать свою резиденцию, то возникла проблема – болотина, которая находилась внизу под холмом. И как-то раз Петр, который решил прийти в гости к Данилычу, оказался в зарослях камыша, тростника и просто не смог с своего ботика вылезти на берег. Тогда, как гласит легенда, он сказал: «Либо ты устраиваешь канал, либо я лишаю тебя этих земель». И тогда Александр Данилович собрал со всех округи крестьян, солдат, пленных шведов, и они за 3 дня этот канал прорыли. Так что до сих пор он сохраняется, хотя и сейчас на нем никто не ходит. И ведет этот канал прямо к дворцу, к резиденции, которая кажется нам огромной, потому что стоит она на береговом уступе, глинте. Когда-то море плескалось вот прямо до этого дворца, ну, в доисторическую еще эпоху. И вот здесь поселился герцог Ингерманландский, князь Ижорский, ну и фельдмаршал, имеющий многочисленные титулы, даже академик в Лондоне. Столько вот было регалий у Александра Даниловича, второго человека в государстве. Но здесь было его собственное государство, потому что раз он князь Ижорский, значит, все эти земли, а вот это Ижорские или Ингерманландские территории, присоединенные от шведов к России, они фактически принадлежат Меньшикову, как феодалу. Поэтому он должен был иметь большой дворец и править, следить за этими территориями. Поэтому он и в Кронштадте постоянно бывал, вот уходил из Ораниенбаума в Кронштадт, чтобы смотреть, как строится флот. И ездил по круге и зарабатывал себе деньги, конечно же. О его казнокрадстве ходили легенды, будто бы и здесь, и в Петербурге хранилось огромное количество грузов, которые он конфисковывал, ну или перекупал у тех купцов, которые провозили по Финскому заливу. И многие из товаров, драгоценностей не доставались петербуржцам, а отправлялись в резиденцию к Меньшикову. Но, наверное, мы спустя 300 лет можем это ему простить, хотя бы за то, что он подарил нам такой прекрасный парк Ораниенбаум. Говорят, что когда Петр I приехал в гости к своему другу Данилычу, то он увидел чудесные померанцы, то есть апельсиновые деревья с вот такими вот плодами, которые казались как золото выкрашены. И с тех пор и стали называть эту резиденцию Ораниенбаум, то есть апельсиновое дерево. Есть, конечно, и другие версии, что назвали землю в честь некого немецкого поместья Ораниенбаум или в честь Вильгельма Оранского, правителя Голландии, с которым Петр дружил и с которым они вместе держали штурвал в Амстердаме. Но гораздо интереснее версия про померанцы, то есть про апельсины. Вот этот герб является теперь и гербом дворца, и города. Хотя город уже с некоторых пор стал называться Ломоносов, а не Ораниенбаум. Кстати, само это название даже мне тяжело иногда выговаривать, и я запинаюсь. А вот что было людям в те времена, русским людям, которые должны были по немецкий манер его обозначать? Например, Петр говорил Ораниенбом, а Меньшиков говорил Рамбован. И даже современные жители города часто говорят не Ораниенбаум, а Рамбов. Им так гораздо проще. Ну, а что касается имения и дворца,
то Меншиков, будучи полновластным правителем и властителем здешних земель, все-таки князь Ижорский, герцог Ингерманландский, быстро возбудил к себе величайшую зависть и ненависть. Вот поглядите, впереди на башне мы можем видеть бельведер над основным корпусом дворца. Корона. Корона герцога Ингерманландского. За это многие подозревали, что Меншиков хочет единоличной власти, он хочет захватить власть в стране, раз уж он посмел установить, пусть и герцогскую корону, но над крышей дворца. Поэтому в 1727 году по приказу юного царя Петра II, которого подговорили бояре, бывшие русские аристократы, Меншиков был в этом дворце арестован, и вместе с семьей его отправили в Березов, в Сибирь. По пути у него умерла жена, там в Сибири он заболел оспой, умер сам, и умерла его дочь, которую он так хотел выдать замуж за юного Петра II. Так вот этот человек, про которого, кстати, и появилась пословица «из грязи в князи», в конце жизни вернулся к своему первоначальному состоянию. В избушке жил с лучиной. Но, может быть, это и не самый ужасный конец, по крайней мере, он избежал казни. Ну а сам дворец и территория была забрана в казну, и в дальнейшем в ней проживали другие члены семьи Романовых, в частности, правитель Петр III, Петр Федорович. Екатерина II не забыла про Раненбаум после смерти своего мужа и продолжала сюда еще приезжать на протяжении нескольких лет. И Ринальди, который продолжал здесь работать, построил для нее вот этот павильон катания, горки. Многие, кстати, считают, что горка от него спускалась вниз к Петерговской дороге, но это совершенно неверно. Горка была деревянная и вела вглубь парка. Сам этот павильон, в котором можно было и чай выпить, и отдохнуть, и поболтать, там есть большой зал, устроен очень необычно, он напоминает терем. То есть у него есть вот такой вот шатровый купол. И есть такое мнение, которое я разделяю, потому что на самом-то деле Ринальди наблюдал за подобными временными катальными горками в Москве. А там эта традиция была еще со времен русских царей, еще с Алексея Михайловича. И вот он решил, строя вот такое вот барочное здание, добавить ему элементы русской архитектуры шатровой. Так что вот оно влияние нашей культуры на итальянского архитектора. А сама эта горка длиною была 313 метров. Представляете? Фактически в то время это был аналог Диснейленда. А скорость у этих саночек была от 50 до 70 км в час. Это немыслимая скорость для того времени. Состояла она из трех дорожек, которые стояли на колоннах деревянных. И вот по центральной дорожке с трамплинами люди летели на колясочках вот с того вот верхнего балкона. Ну, получается, второй этаж. Как бы третий даже для нас. Так вот, оттуда они летели, делали несколько трамплинов и оказывались в конце этой долины. А потом на лошадях по одной или другой боковым горкам уже колясочки везли обратно. Самое главное, эта катальная горка работала только в летнее время. То есть это были не сани, а это были имитировавшие русские сани, колясочки с колесами. Все это намазывали очень плотным слоем воска и жира, и таким образом летели. Как правило, два человека. Но можно полагать, что когда Екатерина здесь со своими кавалерами могла и возлияние совершать, то они могли забираться на эту коляску целой толпой и нестись. В Европе и в Америке аттракционы длинными дорожками называют русские горки. А почему русские горки? Потому что именно у нас, на Руси, они были распространены. Ну, зимние, конечно. А вот эта вот горка катальная, она просуществовала со времен Екатерины II до начала 19 века, пока все эти постройки совсем не обветшали и стали просто опасны для передвижения. Поэтому аттракцион этот был закрыт,
и разобран. Так что остался один павильон от Катальной горы. Ну, а позднее высадили вот эти вот пихты. Это не елки, а именно пихты. У них, во-первых, длинные острые стволы, а еще они раздваиваются, если посмотреть. А хвоя, наоборот, очень мягкая и душистая. Так вот, что я думаю. Если бы парк Орененбаум восстановил бы эту катальную горку, и действительно можно было в летнее время на этих саночках кататься, то здесь бы были все туристы, которые приезжали бы в Петербург, еще и множество иностранцев. Потому что нигде мы не можем покататься на горе 18 века еще и на деревянных саночках в виде каких-то драконов или зверей диковинных. Вот что стоит сделать здесь в будущем, когда восстановят павильон катальной горки. И, конечно же, когда деньги появятся. Такая неземная красота стоит здесь, в Аркаде. И такое уродство рядом. Вот этот забор, ограда, которой закрыли эти статуи, потому что, видимо, предполагают, что туристы могут на них залезть, начать их целовать и крушить. И вот этого в Орененбауме очень много. Этот парк, который пережил, между прочим, Великую Отечественную войну и не был разрушен, тем не менее пришел в запустение, и долгое время им вообще толком не занимались. Даже дворец не был открыт как музей, а использовался как часть. И когда, наконец, добрались до реставрации, то она пошла очень специфически. Здесь либо закрывают дорожки, и по ним нельзя ходить, а по газонам, ну, может быть, и правильно, что нельзя по газонам ходить, но если только даже человек случайно вот так вот прикоснется к нему, тут же свистит охранник и бежит. Закрыты статуи решетками. В парк можно зайти один раз, а если мы из него выйдем, то нам придется снова за него платить. Вот такие вот теперь порядки в Орененбауме. Это вряд ли привлекает множество туристов, но что делать, золотая осень, людям хочется погулять, а петергофские фонтаны уже прекратили работать. Поэтому едут сюда, даже несмотря на все эти нововведения с заборами. И самое раздражающее, это то, что рядом с Большим дворцом даже нет приличной парковки. Люди вынуждены вставать прямо на обочинах или в лесу вообще. И их часто за это ДПСники штрафуют, забирают. Единственная парковка находится с другой стороны парка, откуда до дворца идти, ну, порядочно, около часа, наверное. И тем не менее, ситуация эта не меняется уже много лет. То ли город не может договориться с дворцом, то ли никому это просто не нужно. Но водители вынуждены прятаться в кустах, чтобы попасть в Орененбаум. Это в лучшем случае, если луж нет. Лучи солнца касаются лица Карла Петра Ульриха фон Шлезвиг Гольштейн Хатторпа, ну или Петра III по-русски. Это единственный памятник государю Петру Федоровичу не только в России, но и вообще в мире. И появился он здесь всего 7 лет назад в парке
Оранienbaumском, крепость Петерштадт, дворец Петра III. А все дело в том, что этот государь в свое время был проклят и забыт. И проклят и забыт он был еще Екатериной II, своей супругой, которая его свергла, вероятно, убила, ну и после чего старалась всячески его очернять. После того, как князь Меншиков потерял эти владения и отправился в Сибирь, то новая императрица Елизавета Петровна отдала Оранienbaum своему племяннику Петру Федоровичу, который приехал сюда из Гольштейн-Гатторпа. Он только по дедушке Петру был наследник русского престола, а отец его в то же время был герцог Гольштейна. Ну вот Петр и прибыл сюда и стал готовиться взять власть от своей тети. В супруги ему выбрали Софию Августу Фредерику Ангальцепскую, она же Екатерина II будущая. И вот молодая чета здесь проживала, в Меншиковском дворце. Правда, очень скоро они стали жить раздельно, так как не сошлись характерами. Петр жил со своей любовницей Воронцовой, а Екатерина со Станиславом Понятовским, будущим королем Польши. При этом они совершенно не прятали друг от друга своих пары, вторые половинки. Ну а на противоположном берегу реки Каросты, на ее правом берегу, располагается территория Петерштадта, город Петра, так это переводится название. И здесь архитектор Ринальди, его специально Елизавета пригласила, чтобы он работал именно в Оранienbaum для молодой семьи. Вот здесь этот архитектор устроил крепость. Но что это была за крепость? Это были бастионы, валы, пушки на них стояли. Внутри, на территории крепости, были казармы, арсеналы, конюшни. Вот этот большой комендантский дом, это дворец Петра III. То есть Петр был комендантом своей крепости, костеляном. Ну и ворота въездные, парадные, с вот такой вот симпатичной башенкой со шпилем. В общем-то, остались только здесь ворота, дворец и остатки валов. Все остальные деревянные постройки попросту развалились или сгорели. Что это была за крепость такая, Петерштадт? От кого мог защищаться будущий государь, обласканный тетей, императрицей? Это была потешная крепость. То есть Петр ни с кем не воевал, он готовился воевать. То есть он планировал, когда он станет императором, отправиться в великие походы во главе российского войска, а еще, что самое главное, во главе Шлезвига Гольштейна. Есть версия, что он любил больше ту свою малую родину, нежели новую Россию. Поэтому как раз служили в этой крепости гауштинцы, офицеры и солдаты из Гольштейн-Гатторпа, которых Петр пригласил сюда, перевез. Он собирался быть великим полководцем наподобие своего деда Петра Великого, а может быть и полководцем древности какого-нибудь Александра Македонского. Но в итоге единственная война, которую он застал, будучи государем, оказалась крайне неудачная, так как Петр сдал все свои территории, которые русские войска отвоевали при его тете Елизавете, только вступив на престол. Это мы говорим про семилетнюю, не путать с северной войной. Отдал и Кёнигсберг, и Берлин. Да-да, вот эти два города, они были завоеваны русскими задолго до Великой Отечественной войны у немцев. А наш царь их отдал своему другу и кумиру Фридриху II. Поэтому, в общем-то, его и свергли достаточно быстро. Сама супруга Екатерина устроила переворот против своего неудавшегося мужа и подняла на восстание всю аристократию петербургскую и гвардейские полки. У государя было очень мало сторонников, в основном это его любовница Воронцова, ее семья, ну и вот те немногие из офицеров, в основном гауштинцы, с которыми он здесь, в Петерштадте, очень любил предаваться плотским утехам, пьянствовать, развлекаться, курить, ну и придумывать планы о переустройстве России. У него, кстати, какие-то были планы, надо сказать, что он даже сумел кое-что реализовать, например, освободил дворян от обязательной воинской службы или перестал преследовать раскольников, то есть так тогда называли староверов. В общем, неплохие законы, но что он мог сделать дальше, мы не знаем, так как в какой-то момент, в 1762 году, сюда приехали гвардейцы петербургские, арестовали Петра Федоровича и отправили его в отдаленный дворец в Ропше, где он через неделю умер при очень загадочных обстоятельствах. Скорее всего, по указу тайному и негласному своей жены Екатерины II. Кстати, касаемо отношений между Петром и Екатериной. Вот крепость Петерштадт на правом берегу реки Каросты
А на левом берегу, напротив, была устроена крепость поменьше, и называлась она Екатеринбург, в честь жены Екатерины. Крепость Екатерины, так переводится название. Так вот, Петр занимался тем, что его войска обстреливали этот несчастный Екатеринбург, утюжили его ядрами, сжигали постройки, после чего кавалеристы маршем проходили через реку и захватывали несчастные руины. Так повторялось из раза в раз. Ну и Екатерина понимала, что с таким мужем ей долго не править, тем более Петр вынашивал идеи вообще свою любовницу Воронцову сделать императрицей. Поэтому она решила, как умная и мудрая женщина, действовать на упреждение и отомстила своему муженьку за все те обиды, которые он ей нанес, пока они жили здесь, в Орненбауме. Сейчас Орненбаумский парк находится в состоянии реставрации, которая уже затянулась больше, чем на 10 лет. Вот этот пруд, его недавно спустили, а сейчас снова укрепляют островки. В свое время я здесь катался на лодке и на одном из островов нашел клык кабана. Возможно, здесь владельцы кабанов держали на островах и по ним периодически стреляли. Ну или второй вариант. Кабана застрелили где-то в лесу или в зверинце, а разделали и приготовили уже на острове. Ну так вот, здесь работы эти затянулись, и большую часть парка мы не видим. Но река стала постепенно все более живописной, благодаря тому, что снова спустили плотины и наполнили водой это пространство. Река Кароста, Короста или Караста. Местные, в общем, сами не понимают, как ее правильно произносить. Но вот смотрите, сейчас эта река выглядит как горный водоем, и действительно красиво. Ее высокие берега привлекают внимание. А теперь посмотрим, как эта же река выглядит в центре города Ломоносова, рядом с Орненбаумским парком. А вот река уже в центре города Ломоносова, того же самого Орненбаума, которого просто переименовали в Ломоносов. Что случилось с этим городом в наше время? Что произошло? Почему здесь выглядит все вот так некрасиво? Просто он развивался по инерции. Город Петергоф отнимал на себя все ресурсы, и именно его нужно было восстанавливать после войны прежде всего. Там были ужасные разрушения и, конечно, главный парк. А Орненбаум, он лучше сохранился, потому что здесь не было немцев, его удалось удержать, Орненбаумский плацдарм. Но в то же время про него как будто бы забыли. Это был такой тихий советский военный городок, полузакрытый, множество военных частей. Ну, а в наше время, когда все сюда вернулось, он не выдерживает конкуренции. Дома закрываются, можно видеть заблокированные ставни и двери. Ну, восстанавливаются храмы. А вот собор Михаила Архангела, это главный городской собор Орненбаума, сейчас он полностью восстановлен, в нем идут службы в настоящее время. Ну, а территория вокруг него оставляет желать лучшего. Царские дома перемежаются с советскими, какой-то вот большущий разросшийся рынок здесь. Это самый центр города. В свое время Екатерина II, пусть и угрохала своего мужа и захватила власть в ходе дворцового переворота, но про Орненбаум она не забыла. И в 1780 году слобода, которая находилась рядом с дворцом, превратилась в город, получила такой благородный статус. И Орненбаум за 100 с небольшим лет, со времен Екатерины II до революции, вырос в 11 раз. То есть с 600 человек в 1780 до 7000 уже ко временам революции. И тогда этот город не был захолустным. Это был центр фактически одной из частей Петербургской губернии западной. Здесь процветала торговля, был большой порт. Вокзал построен был в 1862 году. Даже был проект трамвая, который должен был уходить из Петербурга в Орненбаум. Помните, в нашем первом фильме «Пострельне» мы рассказывали про этот трамвай «Аранелла»? Вот она должна была как раз ходить именно до Орненбаума. Только вот не удалось эту линию до сюда проложить, так как просто война и революция помешали этому осуществиться. Был большой театр на 1400 мест, например, в Орненбауме, который, к сожалению, сгорел во время войны. А вот здесь местные жители проходят через реку. Ну, есть, конечно, мосты, но за
отсутствием таковых здесь приходится идти прямо через трубы, рискуя упасть в реку. И таким образом, перейдя через этот современный мост города Ломоносова, мы попадаем на Петербургскую улицу и Дворцовые проспекты. Названия вернули, то есть советские наименования убрали из города. Но сам дух этой эпохи, похоже, так и не уходит до сих пор. Оранжебаум как будто завис на месте. После Великой Отечественной войны начались переименования. Города, которые звучали по-немецки, решено было упразднить и назвать по-другому. И вот Оранжебаум превращается в Ломоносов, и назван он был в честь нашего великого ученого Михаила Васильевича. Но вот в чем беда. Ломоносов, возможно, даже и не проезжал в этот город и ни разу здесь не останавливался. Да, у него была усадьба в здешних лесах, в окрестностях, Уструдица, но ездил он оттуда через Старый Петергоф. А злые языки говорят, местные, что будто бы... Нет, все-таки он бывал где-то на окраине Оранжебаума и останавливался, чтобы выйти из своей кареты и справить малую нужду. Но будем считать, что Ломоносов просто в этих краях не был. Так что до сих пор идут споры, нужно ли сохранять это название города Ломоносов или вернуть ему историческое Оранжебаум, пусть и трудно выговариваемое нашими современниками. И отсюда начинается подъем на холм в черте города. Это улица Еленинская, бывшая Нагорная. На ней располагались когда-то старые красивые дачи, особняки. То есть внизу на Дворцовом проспекте кипела жизнь, там были доходные дома, купцы выставляли свои товары, жили квартиранты. А здесь были гнезда богатых рамбовчан, то есть жителей Оранжебаума. Что от них сохранилось? Ну вот один из них, например, справа. Это дом купца Волкова, напоминающий большой барак. Когда моя первая экскурсия проходила здесь, то одна экскурсантка так и сказала, что это за барак. На что я сказал, как вы можете так его называть? Это же большой усадебный дом с башенкой, с видами на Финский залив и на центр Оранжебаума. Да просто он весь заколочен и заброшен. И еще и пожар в нем был несколько лет назад. Купец Волков занимался тем, что отправлял грузы из Оранжебаумского порта в Европу. А его потомки, то есть городские власти и жители, довели до того, что здание вот-вот просто погибнет и сгорит. Еще несколько лет назад он был полностью открыт, и можно было в него залезть, потому что он был расселен. Коммунальные жильцы, которые здесь в советское время проживали, отправились в новые квартиры, а здание просто пустовало. И в итоге случился пожар из-за того, что там стали жить бездомные. Сейчас его пытаются продать, ну точнее сдать долгосрочную аренду, для того, чтобы кто-то его восстановил. Но нет таких желающих. Боятся, скорее всего, что деревянное здание, даже если его восстанавливать, если вдруг развалится или загорится, то убытки взимут с того человека, который его арендует. Правда, напротив купца Волкова по Еленинской улице есть гораздо лучше сохранившееся здание. Это дом офицерского собрания. И в нем сейчас находится краеведческий музей. Дело в том, что Оранжебаум – это город еще и военный. Поэтому здесь открывается офицерская стрелковая школа. Молодые ребята, которые должны были потом в последующем стать офицерами, или только что заступившие на службу, должны были где-то учиться стрелять и вообще орудовать с оружием и артиллерией. Для солдата нельзя было им это показывать, что они не очень-то еще владеют стрелковым оружием. Поэтому офицеров отдельно от своих полков отправляли сюда, в Оранжебаум, в зимнее время, и они учились стрельбе. А здесь заседало собрание уже преподавателей этой офицерской школы.
В самой школе сейчас воинская часть, и поэтому к ней не подойти. Еленинская улица, в общем-то, наверное, единственная в Оранинбауме, где еще дух старого города чувствуется. По крайней мере, здесь действительно сохраняются вот эти старые деревянные домики, что очень важно, деревянные домики. Ни в Петергофе, ни в Стрельне мы такого не видели, потому что там они погибли в результате военных действий, а здесь сохранились, так как Оранинбаум не был оккупирован. Но другое дело, что их становится все меньше. Вот можно видеть, что там, где есть вот этим красивым балконом офицерского собрания, вот где есть советские или современные дома, там же тоже были когда-то участки, владения, здесь жили купцы со своими детьми или дворяне. Так что даже Еленинская улица стала меняться последние годы, и на место деревянных дачек приходят вот такие вот многоэтажные дома. А, кстати, название ее Еленинская в честь Елены Павловны, одной из владелец Оранинбаума уже в 19 веке. Но в советское время достаточно было убрать одну букву «Е», как улица стала Ленинская, и таковой была до 90-х, пока и не вернули прежнее название. Вот эти два дома чудом уцелели. Именно два готических домика, которые соединены вот таким вот переходом с двором. Принадлежали они когда-то адмиралу Анжу, флотоводцу, который на пенсии решил жить вот в таких вот хоромах. И на горке с Еленинской улицы наблюдал за своими любимыми кораблями, как они проходят по Финскому заливу. А рядом с ним два купеческих дома, оба которых относятся теперь к вере. Только в одном молитвенное собрание христиан-баптистов, вот это вот красивое зеленое, а вот тот ветхий домик, избушка, принадлежит городскому священнику. Вот так здесь живут братья по вере. Баптисты привели все в порядок, здесь вот у них забор большой. Ну, а у нас, видимо, отдельный свой путь. Много в Оранинбауме церквей, храмов, но нигде в России, наверное, нет такого, в котором есть живой уголок. А здешний батюшка, должно быть, решил, что все мы божьи твари, и даже ящерицы, лягушки и гекконы ими являются. И открыл при одной из двух церквей, которые здесь расположены рядом с парком, вот такой вот террариум. Ну, надо сказать, что это была раньше не церковь, а здесь морская учебно-стрелковая команда располагалась. То есть те, кто тренировали молодых офицеров и вольноопределяющихся. Потом, позднее, отдали это здание и церкви, и каким-то тут организациям. Вот оранинбаумцы, детишки точнее, рисуют виды города. Какие-то тут спортивные секции. И при храме живой уголок. Сразу такой запах зверинца. Но с другой стороны, мы знаем, что и в христианстве животные играют роль. Вспомните хотя бы ясли при рождении Христа. Правда, здесь животных гораздо больше, и, может быть, можно подумать, что это все ассоциируется с каким-то Ноевым ковчегом. Действительно, батюшка и здешняя паства, они забирают животных у нерадивых хозяев, ну или покупают их где-то и воспитывают здесь, прямо почти как прихожан. Кстати, внутри даже есть настоящий агнец и козлище, которые живут неразлучно и их периодически выгуливают рядом с храмом.
Главный храм на этой территории посвящен Спиридонию Тримифунскому, святителю Кипра, и когда-то был полковым. Ну, а в советское время в нем чего только не было, включая даже детские кружки. И в конце концов, когда священник стал восстанавливать эту территорию, храм оказался настолько ветхим, что его пришлось разбирать и устраивать заново. Благо, было много жертвователей, и поэтому в итоге его быстро удалось построить. Причем в том же стиле, в том же виде, в каком он был до революции раньше. Спиридоний Тримифунский считается особым святым, потому что он покровительствует в делах. То есть, если перефразировать, человек, который хочет, чтобы у него пошел бизнес или вообще появились деньги, он может помолиться этому святому. Это очень необычно вообще для христианства. Поэтому, видимо, в жертвователях не было недостатка. И даже если посмотреть икону Спиридония, которая здесь есть, частичкой мощей, то перед ней висит множество цепочек, крестиков, то есть даров, которые преподнесли прихожане Спиридону. И вот что я подумал. Если отец Спиридон действительно помогает в делах и восстанавливает материальное благосостояние, что если поставить ему свечку, и, может быть, тогда хотя бы город Тарненбаум станет немножко лучше и снова расцветет, как это было когда-то до революции?